Богу. Слава Богу. Друзья, расскажу такую историю, что произошло накануне этого события, предполагаемого конца света. Не все из иерархов серьезно ожидали конца света, но все-таки ожидания были такими общими. И вот за два года до предполагаемого конца света собирался собор православной церкви, поместный собор, который, по мнению большинства иерархов, мог уже считаться последним в истории человечества православным собором. Но он был далеко не последним, конечно же. И вот это было в 90-м году. Очень интересное явление. 1490 год. Почему я ваше внимание сейчас акцентирую на этом соборе? Дело не в конце света. Дело в том, что на этом соборе как бы образовалось две фракции. Одни, их можно назвать большевики, то есть их большинство было на соборе, а другие меньшевики, их меньшинство было на соборе. У них были разные программы для церкви, для дальнейшего развития даже церкви, я бы сказал. Но так как ожидался конец света, поэтому так ничего и не решили фактически. Но из-за того, что конец света не состоялся в 92-м, то была необходимость теперь дальше, после того, в самом начале 16-го столетия, как-то эти две идеи снова рассматривать. Что это за большевики и меньшевики? Я вкратце хочу об этом дать информацию. Большевики, их называли иосифляне. Иосифляне во главе этой фракции большой, в конце концов победившей, был Иосиф Волоколамский, Иосиф Волоцкий, игумен Волоцкий. И вот иосифляне. Вторая фракция, меньшая, меньшевики их можно так условно назвать, это были нестяжатели. Лидером был Нил Сорский. Нестяжатели. Стяжание – это, ну да, вот, наживо. Нестяжатели. Во главе был Нил Сорский. То есть Иосиф Волоколамский и Нил Сорский. Два разных учителя. Оба монаха, кстати, оба настоятели монастырей, но с разными идеями пришли они на собор. Иосиф Волоколамский – это, можно сказать так, великий инквизитор Русской Православной Церкви. Кстати, и тот, и другой были канонизированы как святые впоследствии. Самое странное, хотя они не соглашались друг с другом по всем пунктам. Нил Сорский учил прямо противоположно тому, чему учил Иосиф Волоколамский. Вкратце я назову их конфликты, их темы, значит, их тезисы. Иосиф Волоколамский, он был цезарепапист, очень ярый цезарепапист. Он был за подчинение полное, абсолютное подчинение церкви государству, государственным структурам. То есть он считал, что независимость церкви – это вред для церкви, опасность для церкви. Что церковь может просуществовать лишь благодаря покровительству власти. Цезарепапист. Нил Сорский, он другую точку зрения отстаивал, что церковь должна быть независимой от государственных структур. И он, по сути, говорил о том, что нужно делать противоположное. О влиянии, о духовном влиянии церкви на государство. Можно так назвать цезарепапизм и папоцесаризм. Но не церковь во главе государства, как бы в кулуарах власти, а вот именно церковь по Нилу Сорскому, это церковь, которая моральная церковь, и она влияет на общество, влияет на государство. Нил Сорский, Иосиф Волоколамский настаивал на том, чтобы церковь должна была быть именно в подчинении государственным структурам. Так, что еще? Иосиф Волоколамский, его идея – богатая церковь за счет рабского труда тысяч крепостных крестьян.
В его понимании монастыри должны кормиться за счет труда тысяч крепостных христиан. Каждый монастырь должен иметь десятки там, и больше сел, которые обеспечивают материальную жизнь значит, монастырей. И Нил Сорский, хотя и монах сам, но выступал против этой идеи, заявляя, что монашество в идеале своем, в самом принципе, оно нестяжательно. То есть монашество должно быть на самофинансировании, самоокупаемости, и, одним словом, монахи должны работать сами, и он не просто учил об этом, а он и совершал это, вместе с братьями работал наравне там, в монастыре, значит, хотя настоятель показывал пример вот именно к труду отношения. И дальше, и Нил Сорский также говорил, что он против рабского труда крестьян. Те крестьяне, которые были прикрепляемы к его монастырям, они получали свободу. То есть он не закабалял этих крестьян, а относился к ним по-партнерски, будем так говорить. А Иосиф Волоколамский выступал именно за такое ярое рабовладельчество. То есть семь шкур, проще говоря, так сдирать с крестьян простых. Потом, что еще? По поводу богатой и бедной церкви. Вот эти доктрины интересные. И иосифляне настаивали на том, что необходимо служение совершать в богатом храме, чтобы были золотые иконостасы, золотые чаши, облачения, купола золотые, даже если кругом нищета и в лапся все ходят, или без того даже, то все равно последние копейки, но на золото, как говорится, без портков, но в шляпе. И вот, значит, и вот такая была идея иосифлян. А Нил Сорский говорил, что на фоне обнищания населения преступно выглядит золотой купол на храме. Он утверждал, что церковь, имея возможность иметь столько золота, лучше не на купол его пусть тратит, не на иконостас, а на служение людям, гуманитарная помощь населению там и прочее. То есть он относился по-другому совершенно к деньгам. Дальше. Кстати, интересный момент. Я читал о Ниле Сорском много, и когда князья, а его очень сильно уважали и почитали князья, многие, и московский князь в том числе, его семья очень сильно уважала этого человека, потому что Бог часто вот по молитве его там исцелял. Ну, есть такие рассказы интересные, что к нему приезжали там с просьбой помолиться за такого-то человека. Он молился, и вот и были результаты, то есть были исцеления. И вот, и князья некоторые привозили к нему золотые чаши, там, дорогие Евангелия, то есть вот оклады на Евангелие, вот такие с камнями, даже золотом. И Нил Сорский, он распоряжался, он принимал дары эти, хотя и отказывал иногда, но принимая дары эти, он приказывал это золото и камни эти продавать, а деньги, опять-таки, вкладывал в крестьянские хозяйства, и он, получается, по-прежнему до самой смерти служил, как и Сергий Радонежский, с деревянной чашей, то есть как в любом сельском храме тогда было принято, то есть ну такой бедный сельский храм. А идея была Нила Сорского именно как раз служение людям. Интересный момент. То есть Нил Сорский, он был как реформатором для православного монашества и вообще для православной церкви как таковой. Один из немногих в России именно монахов, очень, я бы сказал так вот, ну, положительных героев. Нил Сорский, Иосиф Волоколамский заявлял, иосифляне в целом заявляли, что Библия – это книга, в первую очередь, богослужебная, но не для изучения населения. Иосиф Волоколамский написал книгу «Просветитель». И в этой книге он убеждал читателя, что грех простолюдину читать Библию. Сам он, Иосиф, считал это смертным грехом и карал смертной казнью. То есть в его монастыре, Иосиф Волоколамском, как и в Москве в то время, за Библию сжигали или же убивали монахи в пытках людей. А Нил Сорский учил прямо противоположному. Нил Сорский убеждал и в письмах, и есть некоторые письма сохранились его к братьям заволжским старцам,
он писал, что Слово Божье, оно светильник, и оно для всех. Оно не просто литургийная книга, оно является книгой именно для всех верующих. То есть, вот, ну, как бы почти протестант в этом отношении. А дальше. Еще один момент такой сейчас вспомнил. Интересный. Иосифляне выступали за смертную казнь. Ну, я уже говорил, да? Они убивали людей. И вот, значит, они выступали за смертную казнь еретиков. То есть, в их понимании, в понимании Иосифа самого Вологодского, человек, который облечен в ереси, должен быть казнен. Притом публично, чтобы другие страх имели, как бы. А Нил Сорский заявлял, что это грех. Заявлял, что если человек в ереси, наш аргумент – это не костер, это не дыбы, а это переубеждение. И даже он не просто это говорил, а он даже укрывал у себя многих известных там людей, которых обвиняли в ереси и их в розыск подавали, которые были в бегах от официальной церкви, по которым костер плакал уже, как говорится, и плаха. Он укрывал в своих монастырях, вот давая им убежище, хотя не соглашался с ними идейно, не соглашался с ними именно вероучительно, но ради спасения их жизни он сохранял их в монастырях. И, пользуясь авторитетом, он своим именем прикрывал этих людей. То есть, вот два разных подхода, да? Прямо противоположных. Кстати, Нил Сорский писал письма и самому Иосифу Вологодскому. И он в одном из писем назвал его нехристианином. И говорит, то, что ты делаешь, это не христианство. То, что ты делаешь, это против церкви. Кстати, и тот, и другой являются официально святыми в православной церкви. Вот неразбериха, слушайте. Вот неразбериха, кому же теперь верить мне? Ладно, там простые бабушки, я в чем-то им завидовал раньше. Они там не знают ни того, ни другого, для них что Иосиф, что Нил там, и тому свечку, и тому не жалко свечку. И то есть, ну, понимаете ли, я-то знал, что эти люди на самом деле вообще прямо противоположные вообще. Вот, и мне было очень сложно, как бы, к ним, по крайней мере, где-то близко молиться сразу. Потому что слишком разные вообще идеи, слишком разная духовность, будем так говорить. Если Нил Сорский – это традиция больше Сергия Радонежского и вот такого пустынного уединения и нестяжательства, то Иосиф – это уже такой сталинизм, такой православный, такой, знаете, вот такой большевизм такой. И, ну, разные подходы совершенно. И нельзя же Христа и Велиара, да, вот в одну упряжку, вот так вот, церковную. Это, да, к сожалению, победили и иосифляне. Но на соборе 90-го года никто никого не побеждал. В принципе, просто заявляли свои мнения. В общем-то, лишь говорилось о том, что вот я так считаю, а я так считаю. Ну, хорошо. Но конец света не состоялся. Забили тревогу. В общем-то, в 1503, ну потом в 4-м еще году, в Москве собирался еще собор, повторный, ну уже как бы уже на других основаниях уже. Много что, вообще современная русская церковь по идеологии своей именно берет начало в такой идеологии, которая сейчас есть, именно с 1503 года. Потому что тогда, после вот такого неудачного эксперимента с концом света, требовался пересмотр даже доктрин некоторых, пересмотр идеологии самой. Как бы вот требовалось именно новая стратегия, что ли, развития церкви. На соборе 1503 года и потом 4 года, во-первых, победили иосифляне, нестяжателей репрессировали. Кстати, вы скажете, как же Нил Сорский? Он умер своей смертью вскоре после того, и его от репрессий спасло лишь покровительство великого князя Московского. Вот, а все остальные его друзья, единомышленники, все были либо казнены напрямую, как, допустим, значит, Васян Патрикеев, один из идеологов нестяжательства, который скончался на дыбах в Иосифово-Волоколамском монастыре. Это
Максим Грек в последующие времена, это Максим Грек, который просидел там больше 20 лет в одиночной камере лишь за то, что он осмелился тексты из Писания вот так вот декларировать и переписывать, редактировать на современном тогда уже осовремененном русском языке, славянском языке. И многие другие отцы, которые как минимум попали на долгие сроки в тюрьмы, а чаще всего на дыбы, в душегубки, кельи такие душегубки, так называемые уморенные дымом и огнем. То есть, когда настилалась сухая солома, не сухая, а мокрая, наоборот, солома, а внизу разводился небольшой огонь под этой кельей, под полом. И получилось, что дымом человек коптился заживо. Вот, значит, уморенный дымом и огнем. И, значит, и вот такие пытки на Руси были популярны очень. Да, страшное было время, друзья мои. Страшное время. Но с другой стороны, все-таки я рассуждаю так, все-таки были в православии те, которые плыли против течения. И в самой православной церкви были и монахи, даже те, которые говорили именно нормальные, здравые вещи. Но сама система перемалывала их, как семечки буквально. Дальше я расскажу еще кое-что. Но если мы уже начали 16 столетие, я еще упомяну один такой эпизод, наверное, такой самый грандиозный как бы эпизод. Чуть дальше, время уже царства московского, если вы помните по истории. Иван Васильевич Грозный уже, да? При нем в самой середине 16 столетия обнаружена была ересь Матфея Башкина, так называемая. Тоже очень интересное такое явление московское. Ересь Матфея Башкина. Кто такой Матвей Башкин? Это боярский сын, который ходил в немецкую слободку, то есть к иностранцам на разговоры, а среди иностранцев, проживавших в Москве, тогда на Яузе, в немецкой слободе, были и верующие, были протестанты, даже были пастыря тайные, то есть те, которые знали Бога, читали Библию. И вот Матвей Башкин, он по всей вероятности много ходил туда, потому что когда раскрылась ересь, то выяснилось, что он уже очень хорошо знаком с Писанием, и, то есть не первый год уже, по всей видимости, он знал Писание. А как все как бы открылось? Он наивно полагал, как и большинство россиян тогда, что таинство исповеди, оно охраняется канонами. Наивно полагая на то, что священники не будут говорить то, что они услышали на исповеди. На самом деле, и во времена Грозного, и в другие эпохи позже, исповедь чаще всего, почему, допустим, византийцы в обязательном порядке отменили исповедь перед Богом и только лишь перед священником. Зачем? Это была полицейская мера. Это была чисто полицейская охранительная мера. Это не было духовной необходимостью. Я не имею в виду консультирование, но я имею в виду именно исповедь с отпущением грехов на исповеди. И не только в Византии, но и Западная Церковь переняла эту традицию. То есть вся официально тогда православно-католическая церковь еще до 11 столетия уже практиковала отпущение грехов именно через исповедь. Друзья, и он, не зная того, что... Кстати, по поводу исповеди скажу такую вещь. С Петра I и до самого 17 года, уже дальше забегаю, в уставе православной церкви, в духовном регламенте было сказано, что священники обязаны доносить на своих прихожан то, что они узнали на таинстве исповеди, если это касается безопасности государства, жизни царской семьи, там еще многих вопросов. Это все должно было быть передаваемо в тайную канцелярию, жандармское управление и прочее. То есть священники обязывались доносить на своих прихожан. В 17 году регламент был аннулирован. Но уже в конце 20-х советское правительство, по сути, возродило эту традицию. И до самого 91-го года священники Русской Православной Церкви были обязаны доносить в КГБ СССР о фактах, касающихся безопасности советского государства, политики, касательно, ну, допустим, уголовных тяжелых преступлений. Вот в 88-м году, когда я в семинарию приезжал с документами, я был обязан подписывать документы, как и другие семинаристы, в КГБ СССР о сотрудничестве
говорили хорошие слова очень о том, что мы, советские пастыри, должны быть на страже нашей советской родины, что мировой империализм там свои щупальца запустил там и прочее, прочее, прочее. То есть говорились хорошие слова, но реально шла речь просто о банальном просто стукачестве. И шла речь не о спасении там родины. Эти самые офицеры, КГБшники, тот самый полковник, те же самые, что сидели тогда в лавре, им было глубоко наплевать на советскую родину, я потом уже понял. Просто им нужно было вербовать молодых этих семинаристов, будущих священников. Если ты, допустим, не писал в КГБ заявление, то до 91 года ты не мог учиться на очном отделении в семинарии. Ты не мог. Ну, заочником там еще как-то мог еще выкрутиться, по дурака, знаете, так вот. Но, в общем-то, учиться нормально ты не мог. Вот система такая царская была в СССР. Кстати, сегодня ФСБ России, не везде, но я знаю некоторые такие, встречал уже такие, как бы, свидетельства от молодых священников, пытаются также реанимировать эту систему советскую, ну, царскую советскую систему. Я не думаю, что это везде пока, но я знаю, что некоторые молодые священники, они даже под нажимом спецслужб российских современных подписывали примерно те же самые листы, что и тогда, в 88-м были обязаны подписать священники. Только уже под другими, как бы, там, борьба с терроризмом, там, что-то еще, там, значит, там, ну, такие вот, как бы, благовидные предлоги, друзья мои. По крайней мере, я знаю две, даже три семинарии в России, которые на крючке ФСБ находятся очень серьезно. И, кстати, здесь тоже, вот, нет, не здесь, а в сибирском регионе тоже я встречал одного священника, мы общались, молодой священник, который тоже так попал вот на крючок ФСБ, именно через то, что вот, ну, как бы хорошими словами убеждали его. Но таинство исповеди, на самом деле, друзья мои, это чушь на постном масле. Таинство, никакой тайны нет. Хотя не все так священники поступали. И в царское время, и в советское, и сейчас есть много порядочных священников, тех, которые, они не такие, как вся масса. Есть священники порядочные. Есть священники, которые на самом деле, они вот, ну, верят в это и хранят таинство исповеди, они не говорят. Но это исключение, к сожалению. То есть их немного таких священников. Вот, ну, я не хочу там плохо говорить о тех епархиях, где я был, но где я служил сам. Но вот в одной из этих областей, где я служил, я знал, ну, десятки священников, и только лишь одного я знал. Я, ну, как бы, почти на 100% уверен, что он не стукач. Только лишь один. А остальные, и старые, и молодые, я знал точно. Даже друг на друга пишут. Даже друг на друга. Вот, и ладно, друзья, это отдельная тема. Так вот, Матфей Башкин погорел именно вот на том, что он поверил в тайну исповеди. И он, эта информация, что я сейчас вам рассказываю, ее фактически не оглашают нигде. Эту информацию прячут от обывателя православного. Потому что если сами же православные христиане, они узнают тайну, вот эти вот темные стороны своей деноминации, думаю, многие из них задумаются очень серьезно. И я надеюсь на то, что это скоро произойдет. Я надеюсь на то, что будет грамотно прихожанин. В Москве я, кстати, беседовал, я сам был еще традиционалистом, но уже как бы реформирующимся, как бы, как хантеры говорили, вот-вот спасется. И вот, и я разговаривал с этим священником московским, не всея Руси. И я спрашивал по поводу, знаете чего, вот славянского языка. Мне было как-то интересно в то время узнать, почему вот мы цепляемся за славянский этот язык. Он же непонятен, еще Михаил Ломоносов писал, он непонятен нам уже. Уже 21 столетие, ну, 20 век был конец. И он сказал такую фразу. Грамотный прихожанин – это самый опасный прихожанин. Представляете? Ну, это было не на публику, это было, ну, в приватной беседе сказано. Грамотный прихожанин – самый опасный прихожанин. Но я убежден, что приходит время, и оно уже пришло, когда священники не будут бояться грамотных прихожан, а будут, наоборот, заинтересованы в грамотных прихожанах. И не будут заинтересованы в невежестве прихожан, а будут заинтересованы именно в просвещении. Слава Иисусу Христу! И, друзья мои, Матфей Башкин, он возьми да и скажи на исповеди, прямо в Кремле Московском, в соборе,
будучи на исповеди, возьми и скажи, что так и так, батюшка, у меня вот есть такие вопросы, как бы, даже как бы, может, и грехи где-то, может, где-то как бы и сомнения в правильности нашей веры православной. И он назвал там пару моментов по поводу икон и мощей. Священник понял, наслушался немцев. И этот священник сообщил, куда надо, ну, не, своему начальнику непосредственному. Они вдвоем в ноги к Ивану Васильевичу Грозному. Грозный за донос этот хорошо наградил священников. Матвей Башкина тут же эти его опричники схватили в подвал Кремля и на дыбы. Всех друзей его на всякий случай тоже туда же, потому что, мало ли, вдруг они там где-то имеют что-то. А там под пытками люди стали называть имена, пароли, явки, адреса. И начались новые аресты. И волна прокатилась арестов и казней. Даже среди священнослужителей тогдашних. Оказывается, назвали это как бы лютеранской ересью. Или же в учебниках она называется как ересь Матвея Башкина. В принципе, никакая это не ересь, так вот разобраться. Лишь три вопроса поднималось по поводу икон, нужны ли они или нет вообще в церкви. Что, по всей видимости, не нужны все-таки. По крайней мере, поклонение им. По поводу мощей, чтобы предать земле, прах ты в прах возвратишься. Почему мы вот такое шоу делаем с мощами-то? И третий, не помню. Ну, тоже такой протестантский чистый какой-то такой вариант был. Не то Богородица, не то, вот я не помню сейчас точно. То есть тоже что-то такое, вот, ну, протестантское такое. И двоих, как особо опасных, Феодосий Косой был такой. Кстати, интересный был человек. Говорят, он был тоже монахом, но довольно-таки таким интересным. Он засел за изучение языков. Вообще, к грамотным людям тогда в Москве относились очень подозрительно. Он был слишком грамотным, как бы, на фоне вот безграмотности тогдашней. И вот, и он стал читать Писание не просто в храме, а вот вынося его домой и аккуратно прочитывая некоторые главы. Вот Феодосия Косова и игумен целый, тоже поддержал его, говорит, правильно, брат, делаешь. И он тоже читал Писание, и тоже идеи такие распространял в монастыре. Монахи поддержали его и говорили, да, мощи нужно закопать, предать земле, что это недостойно поклоняться им вот так вот. То есть это была, по сути, попытка реформации в структуре в этой самой православной. Начались аресты, казни этих монахов. Самого Артемия игумена и этого Феодосия Косова, их посадили как особо опасных преступников. Иван Васильевич Грозный сам присутствовал при допросах некоторых монахов, и те на дыбах признались их главарями, как бы лидерами. И поэтому, как особо опасных, их посадили во внутреннюю тюрьму. В самом Кремле был еще маленький Кремль такой, значит. И вот там был каземат. Выйти невозможно. Много охраны. Они вышли на свободу. До сих пор факт интересный. Неверующие историки, я читал атеистическую литературу, допустим, читал православную литературу. А они обычно пишут так, и те, и другие, что, видимо, это был подкуп стражи, охраны, им удалось бежать. Чушь. Они что, дураки? Иван Васильевич всем снял головы, всей команде охранников и даже другой соседней смене, которая должна была заступать. На всякий случай, если не в сговоре. Вы знаете, там была такая методика, что, я думаю, ни у одного там охранника даже мысль не закралась взять деньги с этих арестантов. Но такую теорию глупую и атеисты, и православные провозглашали, и провозглашают. Я на Волыни бывал в некоторых церквях, которые раньше были лютеранскими церквями. Там есть история, она пересказывается, это же история московская, по-другому рассказывается. Я ей больше верю, что это было чудесным образом, выход из того, как в Библии, в Деяниях описывается, что они прошли, оба вышли, не просто с тюрьмы, а вышли в Кремль, потом вышли с самого Кремля, из Москвы. Потом Грозный послал погоню искать, куда побежали, видимо, в Литву. Потому что польско-литовская тогда в войне находилась с Россией. Но не нашли.
не нашли опричники, хотя большие деньги предлагали за поимку, за информацию об этих людях. В Литве оба этих монаха женились на местных литовских девушках, обзавелись семьями. Потом с Литвы они переехали оба, и тот, и другой, и Косой, и Артеме переехали на Волынь. Вот почему я на Волыни-то знал информацию. Это западная Украина, там, где уже Польша, та территория. Тогда это было, Волынь была в то время на территории именно вот это польско-литовского вот государства. И там на Волыни и Феодосий, и Артемий, они стали пионерами лютеранства. Потому что первые лютеранские общины, считается, как раз вот тогда и зародились. И это удивительная история, конечно. Есть другие свидетельства. В учебниках пишут некоторых, что это ну, еретики и прочее. Но я смотрю то, что, чему они учили, это было нормальным христианским учением. Это никакая не ересь. Но в учебниках до сих пор пишут, это ересь Феодосия Косова. Матфея Башкина. Ересь Матфея Башкина. Ну, по имени первого, кого арестовали. Обычно так поступали, да? Первого арестовали стрегольника, значит, стрегольники. Первого арестовали еврея, или же наслушавшегося с евреем. Кстати, почему жидовствующих назвали ересь? Потому что первого арестовали человека, который как бы имел дружбу с раввином еврейским по имени Захария. По другой версии арестовали самого Захарию. По третьей версии это был православный монах, но еврейского происхождения. Вот, и значит, но как бы то ни было, был еврейский след, потому всех назвали жидовствующими. Этих назвали ересь Матфея Башкина. Хотя здесь он же не себя самого пропагандировал, Матфей Башкин, да? Он просто спрашивал о важных вещах вот, вероучения христианского. Да. Дальше, больше, друзья. Интересно, если мы перейдем сейчас быстренько в 17 столетие. Дальше, следующее. Мы увидим еще много интересного. Наверное, ну, и интересного, и не очень интересного. Как бы страшного и всякого. Я вам расскажу, наверное, пару историй. Если говорить о трагедиях 17-го столетия у нас, это больше касается Украины, конечно, но также России. Это истребление евреев в 17-м столетии казаками гетмана Богдана Хмельницкого, татарами и российской армией тогда же. Ну, там она была небольшая в то время. И вот, это было на территории Украины в основном, также Беларусь, Брянщина нынешняя и Польша. Польша, вот эта территория, большая территория. Что происходило? Это... Есть много предпосылок, как бы, много объяснений, почему это произошло. Но весь вот такой наш народный антисемитизм и православный вылился вот в этих страшных погромах. Предполагают, что было уничтожено порядка 700 тысяч евреев. Это, насколько я сейчас помню, это 1/5, по-моему, всех евреев, которые жили в Европе в то время вообще, в европейской части. То есть это очень большое количество, 700 тысяч, порядка 700 тысяч. Я вам пример приведу, что в левобережной Украине и также Брянщине части не осталось ни одного еврея в течение года. Вот такие были темпы этих массовых избиений. Конечно, не только евреев били, били и поляков. И все это слилось еще с национально-освободительным, как принято говорить, движением. Гетмана Богдана Хмельницкого, там битва со шляхтичами польскими. Но я сейчас не хочу говорить о светской истории. Мне интересна позиция церкви и что происходило вот такого как бы влиятельного дальше. Дело в том, что за спиной этих казаков стояло священство. И не казнили тех евреев, которые принимали православие. Вот пример такой приведу интересный в Гомеле. Я в Гомеле проповедовал неоднократно. У нас там даже есть одна община своя, такая реформаторская православная наша церковь.
Тоже отец Сергий там трудится. Я его рукополагал, этого священника в Киеве. Он сам украинец, или как белорус украинского происхождения. И вот, значит, и... Или как Украина-белорус, да? И вот, значит, и он там трудится, и там собирались церкви. И я рассказывал об истории Гомельского погрома тогдашнего, в 17 столетии. И многие не знали об этой истории, оказывается. Оказывается, когда казаки пришли туда, к Гомелю, почему Гомелю? Потому что туда, именно к Гомелю, бежало множество украинских евреев, прячась там. Так вот, казаки поставили хоругви, кресты, иконы, и заявили, каждый из евреев, кто... а гомельцы отдали всех евреев на растерзание. Потому что ультиматум прозвучало, либо мы берем Гомель штурмом, либо вы выдаете всех евреев. И жители Гомеля выдали всех евреев в полностью составе. И евреев выгнали на поле за городом. Сейчас это уже в центре города. Раньше было поле за городом. И там было вот это побоище. Многотысячное побоище. В течение там, каких-то там минут, часа, все эти тысячи людей были убиты просто-напросто. Там до сих пор, как бы, историки называют разные цифры. Одни говорят 20 тысяч, другие больше называют цифры. То есть, ну, но известно, что большая масса людей, беженцев с разных, там были киевские евреи, с Пирятина, там, с Чернигова, там, отовсюду, то есть как бы обозами туда съезжались, бежали кто как мог. И казаки заявили, вышли священники православные и заявили, что кто поцелует сейчас крест и иконы и обещается принять православие, те будут сохранены, кто нет, того будем убивать. И вышли раввины, еврейские эти служители, и они запели вот этот, эту молитву, это кредо, как бы, да, еврейское. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть, Господь единый, Шма, Израиль». И когда они это запели, казаки восприняли это как неподчинение, бунт, и кинулись на истребление евреев. Очень быстро все совершилось, раненых находили по следам и добивали. Казаки не остановились, убив евреев, совершив на глазах жителей Гомеля, со стен было все видать, то есть это было прямо возле города, убийство массовое. Казаки, убив евреев, они не выполнили своих обещаний, они бросились на штурм Гомеля и взяли город очень быстро. И провели там истребление, ну не масс, не полное истребление, но город спалили, одним словом, многих убили жителей. То есть предательство жителей Гомеля не спасло от истребления такого. И были другие случаи. Я могу зачитать некоторые моменты. Они такие... Кстати, Борис Саулович, еврейский, мессианский общины,